аудиозаписи в первый. Сверху. У нас сегодня аудиосистема на Raven 10, Грифон Pro 450. У нас сегодня Феникс, Порт и СКЛ и система полностью. Включаем микрофон и начинаем. У нас снежные войны с соседями закончились. Не знаю. А то они от себя снег откидывают, да, говорит, и поделитесь с нами, говорит, ну, посчитайте нужным, говорит, оплатить нам вывоз снега. Я говорю, мы вам щебеним, там что-то делаем, мы же вас не просим ничего. Интересные люди. С претензиями еще, да? Да. И не здороваются потом по году, пидоры. Здравствуй, сэр. Сэр, у меня подарок. Чего, блядь? Ты че, Алексей Иванович? Сейчас Алексей Иванович всплакнет. Вот какой у меня подарок, Алексей Иванович. Ну-ка, ну-ка. Аж руки затряслись. Нихуя ты себе. Узнаешь? Да, какой-то знакомый рожа, блядь. Паренек такой, да? Да. Лешка да. Молодой такой. Быть добро. Быть добро, вот видишь, у меня херня. Молодец. Так, аккуратно. Две у меня есть, я тебе подарю две, давай. Давай. Ну, ты аккуратненько, надо ее завернуть. Сейчас все сделаем. Я старался, Алексей Иванович. Ну, ты же, я знаю, Крифан. Это он, Дюк, нихуя не Крифан остановится. Почему? А он снюхался с Шатковским, пиздец, спориться начал, блядь, прям... Среди старинных домов и дворов Арзамаса слышен музыки панч и вибрации баса. Мотовый кузов, хром, катки, катит, топит фронтера. Валит автостиль, на Поволжье своя атмосфера. Ребят, всем привет! У нас сегодня на обзоре Kia Rio X-Line. Давай расскажем вместе предысторию. Я хочу представить ваше внимание владельца. Его зовут Вова. Вова приехал из Балашихи. Балашиха – это Московская область, но сам с Рязани. С Рязани, да? Да. А что к нам привело? Нашел вас на Ютубе. Вообще начал увлекаться автозвуком. Вот.
В сентябре поставил динамики, понял, что полная шляпа. Почему? У тебя же прайд там стояли. Да, это балалайка. От башки, да, играли? Да. Просто ерунда. Начал смотреть обзоры, увидел вас и просто сразу понял, что мне нужно к вам. Да, залип. Я практически все видосы посмотрел с корейскими тачками, с музыкой. Во. Мне, короче, зашло, я сразу понял, что мне нужно сюда. А эти маленькие секреты, что корейская, что Lada Vesta, что полуседан, они примерно все одинаковые. То есть они мало чем отличаются. Приятно видеть позитивного и положительно заряженного молодого человека. Вова, красавчик. У Вовы был моноблок, Урал Победа, полторашник, да? Вова нашел на Авито 620-й пионер, бэушный, долго искал? 3 месяца, да, по-моему? Долго, да. Три месяца, ребят, сейчас... Днем с огнем и сыщу. У нас Серега тоже, кстати, на Авито искал там, и причем в идеальнейшем состоянии нашел. К 620-му пионеру мы подвязали кнопки руля интерфейс, интро Омега-1. И у владельца был фальшпол. Мы пообщались, и Вова сказал, что это делают в Москве, да? Да. А в Иваново делают лучше. Да, в Иваново. Иваново поинтереснее все-таки фальшпол. Здесь вот икеевская тема такая, ребят, смотрите, сейчас покажу. То есть ее можно компоновать по-разному, вот эти кейсы, то есть хотите сюда, хотите сюда. Ну, у нас ввиду того, что стоят усилки, у нас самой сюда, само собой вот сюда вот только встает, да, так их вот, ну, можно регулировать, так скажем, по глубине. Конфиг-система у нас следующий. Четырехканальный усилитель Грифон Pro 4.150 работает на Феникс и SQL 165 в передних и в задних дверях. Твиттеры Raven Easy Install Neo, я запомнил эту фразу, работают у нас от головного устройства. Главное устройство у нас процессорное. Мы сначала подключили фронт-тил, подрезали их, но их надо же сверху как-то подрезать. Это же не эстрада, это... Хотя SQL эстрада, но она правильная эстрада. Правильная, это прям реальный среднечастотник, который не забирается высоко вверх, не визжит, не пищит. Его нельзя использовать без твиттера, потому что он играет без твиттера, никак не играет. Поэтому в стенде вы их не любите. На самом деле в тачке они играют кайфово. Renault Duster, вот мы делали недавно, мне вот прям вот запомнилось. Там с процессором мы ставили этот. Так, десяточка Raven в коробе на трубе. Она вот у нас сейчас перекочевала сюда, чтобы показать вам фальшпол. Коммутация фальшпола, то есть здесь у нас акустические провода силовые и сигнальные. Все, на этом точка. В передних, задних дверях, на доработанных штатных местах и в выпиленном металле у нас установлены 16-сантиметровые Феникс SQL 165, виброизоляция у владельца была. В уголки зеркал мы будем устанавливать не штатные твиттеры, не в штатные места, потому что пищалки не лезут туда, да, они где-то вот здесь были. Пищалки? Но не пищалки, а эти уголки. Ну, как выглядят уголки, вы все прекрасно знаете. Здесь стояли вот такие, а мы поставили обычные, да, в пользу звука. Вот так вот они выглядят, то есть направленное тело через вот эти проставки, они направлены в салон. Ну и конечный вид головного устройства. Сейчас лапы вот эти все нужно оттереть. Не люблю вот этот на рояльном лаке лапы, отпечатки пальцев. Управление кнопок руля, все получилось реализовать. Здесь мы видим регулятор баса. И под капотом у нас красуется. Серега красавчик постарался. Даже колбу Дель-Аудио поставил в эту систему. Здесь у нас предохранитель, который защищает силовую цепь. Кабель Kicks 4 Gauge. Он идет в своей вот этой змеиной коже и смотрится великолепно, я считаю. Да, ставьте свой комментарий, свое мнение и комментарий по этому вопросу. Собственно, все. Но не все. У владельца Ruby Air, да, по-моему. Ну, они такие, вшивенькие эти динамики. Звезд с неба не срывают. Так, для тех, кто не понимает, пойдут. Но нам, как обычно, всегда становится мало. Так, ребят, вот он конфиг системы. 620-й пионер. Сейчас цена которому 20 тысяч рублей, но который хрен найдешь, да, днем с огнем не сыщешь. 520-й можно. Это перекочевало из прошлой машины. Это установлено в уголках зеркал.
десяточка Raven, Phoenix SQL-165, это правильные среднечастотники, которые можно спокойно резать от 100 Гц, в нашем случае они играют от 125 Гц третьим порядком, на разминочке, потом владельцу скажу, как это сделать. Вот эта балалайка была установлена с завода, она нас мало интересует. И переходим еще, наверное, к одной прослушке. Бюджет аудиосистемы я вам, наверное, назову. Поскольку усилитель был у владельца, у нас получается вот такая вот коммутация. Я вот сейчас у ребят уточню, здесь, по-моему, 6 метров провода должно уйти. Так, акустического кабеля туда-сюда. Ант-11 это переходничок. Расходники вопрос, коэффициент вопрос. А, здесь у нас коммутатор, кнопка руля, замена магнитолы, косичка. Так, на болты мы крепим колечки и красиво крепим саморезы. Под внутренний шестигранник, да, все крепится. Три пары кабелей, дистрик и держатель предохранителя. Если вычесть вот это, добавить сюда моноблок, то примерно так и получается в районе... без магнитолы в районе 65-68-70 тысяч рублей. Но магнитолу вы сами, да, понимаете, можно взять ауру новую, дешевле стоит, да? Да, дешевле. Но пионер есть пионер. Тут однозначно пионер, он... Не надо сравнивать хрен с трамвайной ручкой. Ребят, сейчас я включаю еще одну прослушку, погнали. Ребят, пока у нас этот трек разыгрывается, он вот так называется, я вам хочу показать настройки кроссовера. Пять килогерц вторым порядком работают твиттеры. От 125 третьим порядком до 6,3 четвертым порядком работают 16-сантиметровые динамики в дверях. Так, и сабвуфер. До 63 Гц, 36, видите, что с этой стороны читает, что с этой. Погнали! Если вы думаете, что это тихо, вы ошибаетесь, играете и бейте. Будь добру, до скорых встреч, всем пока!